Это просто ужасно. Друзья, велосипеды, велосипеды. Ждали эти велосипеды, и наконец-таки их получили. Но вот, поднялись по этой горке, и все. На этом, мне кажется, пора заканчивать эти велосипедные прогулки. Это просто ужасно. Это просто невыносимо. Мне кажется, нормально. Ну, зато у нас дыхалка будет к вечеру сумасшедшая, и ноги. Она упала. Ну-ка, держи это. Просто ужас какой-то. Как ты поднимешься? Мне кажется... Новые проблемы начались с этими велосипедами. Ой. Так. В общем, друзья, такая жизнь велосипедная. Очень сложная, оказывается, жизнь. Скажу вам, надо привыкнуть. Но я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что у велосипеда нет тормоза. Тормоза, который вот на педали. Вот эти два есть, 50 тысяч передач каких-то здесь есть. Чего здесь только нету. Обычного, он простого тормоза нет. Так, мне он на вторую, кажется, надо скоростью. Так, ладно, все, поехали дальше. Я пока еще скорость не разобралась. А, ты еще... Да у меня еще их мало, а у тебя их много, вообще как-то разобралась. Да не надо в них разбираться, просто педали крути. Поставь это в рюкзак туда. Ну да. Так. Главное быть осторожным и смотреть. Да уж. На велосипеде, конечно, быстрее, но не так быстро, как вон на том самолете, но все равно непривычки, как-то странно себя чувствуешь. Так, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.